Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA San Andreas Definitive Edition. Короче, сегодня мы уже наконец-то, я думаю, ограбим это казино. Нам осталось последнее задание от подготовки, ну и, собственно, грабеж уже сам. Я тут приболел немного, башка что-то болит, горло болит, но думаю, что справлюсь. Сделать видео я думаю смогу, а вот практикой заниматься, задания эти долбанные делать, это слишком сложно будет для меня. Там и так задания, которых я ничего не шарю, с больной башкой вообще просто кипеть буду, как муха вареная. Не в состоянии я буду их делать, пока не вовремя заболел, короче. Ну и короче, давайте выполнять задание. Блин, тут надо. Ладно, давайте сохранялку сделаем. Еще, кстати, я тут, короче, вчера мы с Лехой, с Витьком и еще там с некоторыми пацанами ездили, короче, в офис один. Дали нам, ну, как так сказать, в аренду. И мы там снимали фильм. Пригласили меня на съемки. Ну и, короче говоря, мне не понравилось, если честно. Я ожидал, что там будет что-то более-менее неплохое, но фильм там был жестокий, с убийствами, с кровью, блин. Еще копилка в виде голой бабы там была, которую я требовал убрать, но никто меня не стал слушать. Короче, я, конечно, снялся там как, ну, не сильно значительная роль. У меня роль была без слов. Ну и если этот фильм выйдет на канале, что хочу, то ворочу, если он выйдет вообще, потому что там за кровь, за убийство на самом деле могут и страйк влепить. Это непонятно. Ну и выйдет ли вообще, может там планы изменятся, конечно. Ну, в любом случае, на моем канале он точно не выйдет. Потому что мне не понравился он. Я надеюсь, что если что-нибудь они в следующий раз будут снимать, то это будет что-то более-менее нормальное. Так, вот такое мне не понравилось. Ну, раз уж позвали, я снялся, конечно. Там в следующий раз, если позовут, но скажут, что там что-то жестокое, то не пойду. Так, ладно, короче. Up away. Короче, у нас есть уже мотоциклы. Вузи раздобыл ментовскую униформу. Теперь надо достать бронированный фургон, нанести на него эмблемы Калигулы. Почему бы нам не угнать один из тех фургонов, которые по городу ездят? Это будет легко. Но я хочу, чтобы мы погрели на обычном фургоне уличном. У меня есть идея. Вы видели когда-нибудь вертолеты, которые используются для поднятия тяжелых грузов? Да, воздушные краны их еще называют. Мы могли бы поднять грузовик на них. Значит, нам надо угнать воздушный кран. Я, правда, не пилот. Я тоже. А на меня даже не смотрите. И не на меня. О, вот беда. Ладно, я тогда полечу сам. Мы сможем его перекрасить на аэродроме. Да, Карл, это будет похоже на битву с Беркли, помнишь, да? Да-да, разумеется, блин. Как интересно про твоего Беркли, блин, слушать. Вообще, если честно, неинтересно. Миссия тоже мне не сильно нравится. Надо заехать в оружейную, купить броню. Там много придется стреляться. Вот, знаете, вот в том фильме, который, ну, он такой короткометражный, я думаю, будет минут на 30, наверное, не больше 15, не знаю. Не знаю точно сколько. Ну, короче, здесь вот как вот в GTA, даже в GTA 5 и 4, да и в более реалистичных даже играх, там за эти смерти не банят, а там-то реальная жизнь была. Там могут их принять за настоящие и кинуть страйк. Все-таки там они довольно реалистично выглядели. Прям постарались, конечно, с этим. А, у нас так хватало, ну ладно. Так что пока непонятно, но, впрочем, на чё хочу, то ворочу, это пока не планируется выпускать. Там перед этим еще какие-то ролики должны выйти. В общем, непонятно пока.
Но, как я уже сказал, я тем фильмом был недоволен. Несмотря на то, что я в нем все-таки снялся. Больше в таких картинах я точно с ним не снимусь. В нормальных, чем... В чем-нибудь нормальном. Лучше сниматься, чем в этом. В жопе в этой. Так что заранее извиняюсь, если вам он не понравится. Ну, это если он выйдет вообще. Вообще, даже не знаю, выйдет ли он. Все-таки, я, как уже говорил, могут заблокировать видео. Я уже сказал, за что. Ну ладно, короче, давайте, хватит про это, давайте про GTA. Короче... Блин, у меня голос, кстати, не очень громкий, потому что я не могу говорить сильно громко, у меня болит горло. Глотать больно аж. Тяжело есть было. Короче, где-то на конце города, вот, уже приехали почти, находится этот вертолет, который поднимает тяжелые грузы. Но там военных полно. Как хорошо, что есть контрольная точка. Вот сейчас, короче, он будет выезжать, и мы в этот момент съедем. На нафиг. И на нафиг. Но зато в этой миссии можно понасобирать винтовок. Вау-вау-вау-вау! Откуда? Откуда? А эта винтовка там появляется. Блин, они очень много сносят. Надо очень аккуратно идти туда. Но там можно еще здоровье и броню найти, кстати. На, зараза, блин. Вот здесь надо... На корточках-то даже лучше, наверное. Да, блин, как это неудобно. Блин, тоже неудобно. Издалека лучше стрелять, чтобы... Так, давайте-ка вон там зайдем. Вот собака. Там сверху еще вижу стреляют, то я туда не попаду. Он через эти решетки не пробьет, наверное. Так, нет, лучше давайте там зайду. А, зараза. Так, вон наверху. Вот их там видно не очень хорошо, но я увидел. Тут такой яркий свет, что обосраться можно. Извиняюсь за такое слово, но это действительно так. Так, вот броня и здоровье. Куда спрятался? А ну вылезай. На, зараза, блин. Броня. Так, больше вояк я тут не наблюдаю. Гранаты там еще валялись, но они мне не нужны. Потому что гранаты здесь не очень-то удобно кидать. В GTA San Andreas их не очень удобно бросать. Вот в GTA 5, GTA 4 самый раз, а здесь как-то неудобно. Потому что там они, здесь они одной кнопкой бросаются, и толком силу задать, силу броска не так легко задать. И направление. Подкова какая-то лежит. Вторая. Не знаю, что за них дают. Да и, в принципе, мне пофигу. Я уже вижу этот вертолет.
Есть огнемет, но я думаю, не нужен он мне. Без него справлюсь. Там наверняка еще кто-нибудь будет. О! Винтовку мне. Так, два боевых вертолета. Откуда? Откуда? А, вот он. Сейчас мы быстренько с этими вертолетами разделаемся. Т, я нажимаю Т. Ой-ой, на меня. Во. Фух, повезло, а ведь он возле меня мог прям взорваться, обалдеть. Так, вот я не удивлюсь, если там еще один будет сейчас. Вроде нету, не вижу я, по крайней мере. Все, забираем вертолет. Блин, а им управлять не очень-то легко, он тяжелый. Так, ну, стрелочками опускать, поднимать магнит. Собственно говоря, нам это надо будет, когда... О, прикольный бассейн, кстати. Надо будет это, когда доберемся до этого грузовика. Теперь надо ровненько как-то встать под ним. Еще не видно, где этот магнит... Под ним или нет? О, отлично, взяли. Так, с грузовиком лететь будет тяжелее. Он поднимается медленнее. Воу-воу-воу, только не это. Так, ну и в красную метку в эту, собственно говоря, ставим. Так, и садим его вот здесь. Оу, Си-Джей, ты всегда удивляешь меня. Отлично, а где Вузи? Не знаю, он настоял на том, что приедет сюда самостоятельно. Он может быть где угодно. Ладно, мне надо идти, увидимся. Так, ну и, в принципе, уже все можно грабить. Сколько тут накопилось? Так, давайте, для чтобы было быстрее, полетим туда на джетпаке. Блин, джетпаком тоже управлять неудобно, если честно. Так, вот. Ой, я не ту кнопку нажал. Так, давайте-ка броню мне быстрее. Броня это самое нужное, наверное, что мне надо здесь. Так, ну и в казино. Собственно говоря, там уже будет ограбление само.
Давай, давай, беги быстрее уже. Уже хочу побыстрее это сделать. Breaking the bank at Caligula's. Все готово? Да, готово. Ладно, встретимся в черном ходе. Езжайте. Карл, ты меня слышишь? Да, громко и отчетливо. Хорошо, мы выехали на бронированном фургоне. Ладно, я тоже пошел. Надо было звуки, наверное, громче сделать. Я слишком что-то понизил. Вот так. Да-да, разумеется. До этого даже уберем оружие из рук. Так, осталось 4 минуты, чтобы провести команду внутрь. Ага. Карл, ты зашел? Будь спокоен. Не привлекай внимания к себе. Я спокоен. Ты уверен? По-моему, ты нервничаешь. Я спокоен, тебе ясно? Да-да. Теперь направляйся к двери в комнату персонала. А, это не та кнопка. Не видел тебя тут раньше, ты новенький? Да, я вместо Джерри, он тут приболел. Какой Джерри? Эй, тихо! По-моему, кашель от Джерри подцепил тоже. Отлично. Следующая цель — генераторная комната. Этажом ниже. Окей, я в генераторной комнате. Так, вентиляционные люки находятся в стене. Брось дымовую шашку в один из них. Блин, не туда. Попал. Мы не узнаем, сработало ли это, пока не спустимся в хранилище. Да брось, не парься. Ближе к делу мы должны придерживаться графика. Направляйся к двери с панелью, используй карту еще одну. Ага, газ не действует, походу, на CGA. Так, я взломал систему, сейчас выгрубим электричество. Взорвем те заряды, которые ты поставил. Вау, я уже думал, это не сработает. Я не вижу переключатель, а я вижу. И без прибора ночного видения. Но давайте для эффективности его включим. Ой, господи, кнопку найти не могу. Направляйся в служебное помещение. Где оно здесь? Окей, мы отключили электроэнергию. Ворота должны быть открыты. Но тебе придется поднять их вручную. Да, это без проблем. Вон, этот, погрузчик. Есть. И эта хрень спокойно проходит. Отличная работа, Карл. Пришло время нам показать себя в деле. Так, я изучил план этого здания, я знаю его от начала до конца. Давайте за мной. Блин, а вот ему опасно в слепоту ходить. Блин, они местоположение этой двери изменили. Не беспокойтесь, я доведу вас. Отлично, следуйте за ним тогда. Взять деньги. Блин, вот как он слепой вообще будет это? Так, дайте мне вот это.
Вы под пули мои не попадайте, пожалуйста, а? Лезут под меня прям. Да. Они мешают. А, у него пушка есть. Он даже в слепоту стрелять, что ли, может? Да, тоже. Узи, конечно, удивляет. О, они умеют их мочить. Какое счастье. Но больше они мешать, конечно, умеют. Где еще один? А, вот. Давайте, где хранилище? Да блин, болтайте много. Так, мы установим заряды, а вы следите за выходом. Есть, босс. Вы на месте. Поспешите, джентльмены, не знаю, что случилось. В системе кто-то еще есть. А в чем проблема? Кто-то пытается запустить генератор аварийного питания. Я сейчас схожу туда и заставлю замолчать таковых. А, подрывные заряды сейчас. Ну, возьми, ё-моё. А, это, короче, те, которые электричество врубают обратно. Броня-то уже закончилась. Так, дайте мне заряды сюда. Дайте детонатор сюда. Все в укрытие, рванет сейчас. Окей, давайте, хватаем наличку. Но какой-то взрыв не очень реалистичный, если честно. Тут верзилы из мафии спускаются. О, будь ты проклят, Беркли, будь ты проклят. А при чем тут Беркли вообще, чувак? О, мафия. Это люди из Сальватора Леона, блин. Пришли. Сволотыны. Там еще вон один. Давайте, за мной команда, блин. Окей, команда, давайте, как мы договаривались. По два человека. Блин, все за Карлом, давайте. А чё, почему так пульт не летят? Ну... Блин, не попадайтесь под выстрел, а? Кому-нибудь из вас убью так случайно. Да ёп! Лезут, блин. Выключи этот прибор дурацкий, блин. Я выгрузил ментовские мотоциклы. Садитесь. Надевайте ментовскую униформу. Так, к служебному лифту. Да, все-таки пока рано его выключать.
Так, ну все, таймера уже нету. Ладно, Си Джей, а теперь ты их отвлекай. Сейчас покажем им, что тут случилось. Опа! О, проклятие! Беркли, черт тебя побери! Теперь пройди к лифтам, они находятся в другом конце. Поднимись на крышу на них. А куда я иду вообще? Подождите. Я не туда пошел. Ну вот в том месте двери это закрыты, я туда не пройду. Надо туда. Ну тут еще мафиози сейчас будут. Воу-воу-воу-воу, я что-то его даже не увидел. Ну-ка, давайте, лучше у Деда. Я ж стреляю по нему. Я ж попадаю по нему. И почему противники не отображаются на карте? Меня же убьют сейчас, блин. Здоровье, броня, где-нибудь будет, нет? Ага, вот в лифт. Поди из этого, поди отсюда или отсюда сейчас кто-нибудь еще вылезет. Нет, не вылезет. Вау, красота-то какая здесь. Что-то у меня подвисло все. Капец, вот это, блин. Как так-то, в смысле? Как оно могло зависнуть-то? Ладно, пауза. Так, продолжаем. Еще спустя 3 попытки я наконец-то смог сюда попасть. И не зависло при этом ничего. В первый раз вот после когда того, как зависло, сначала убили меня, потом убили Вузи. И вот наконец-то с третьего раза я зашел сюда. Кстати, удобно, что в казино вот эти автоматы с газировкой стоят. И с помощью них можно здоровье пополнять. Это очень удобно. Так, теперь надо на этот, на крышу. Воу-воу-воу-воу! Жалко, на этом этаже нету ни одного. Бегите по крышам и возьмите парашют. Ничего себе, да там полицейские. Так, куда надо бегать? А, туда. Надо копов еще этот остерегаться. Блин, а у меня минигана нету, кстати. У меня есть миниган. Вот так ты. Эх, здоровье бы пополнить, а. Хватает его. Ой, что-то тут не прогружается ничего ни хрена. Так, ну я к... Я до этого вертолета не долечу. Раскрывай, раскрывай, раскрывай! Во! Будет, короче, очень неприятно, если я сейчас сдохну. Ой-ой, только не это. Все, пипец. Меня сейчас убьют. Блин, все, капец. И контрольной точки там еще не было. А, нет, есть, есть. Фух, повезло. Повезло тут. На, тварь, блин. Сразу, чтобы они все взорвались, блин. Три звезды, правда, кстати, как раз за это и дают. За то, что я взрываю вертолет, но...
Ну вот буду я уходить на вертолете. Там копы же стоят, эти спецназовцы. Хотя, кстати, у меня снайперская же есть. Я сейчас их со снайперской взорву, пальну. А, им одного выстрела мало. Что-то тут с текстурками проблемы, ребята. В смысле? Давай, раскрывай, раскрывай. Давай, давай, давай. Нет, я туда точно не долечу. Я не знаю, когда туда долететь. Тут копы повсюду гуляют. Надо как-то быстро схватить машину. Да они меня убьют сейчас опять. Ну вот как я должен был это сделать? Ну вот как? Я не понимаю. Нет, мы это сделаем. Хорошо, что контрольная точка тут есть. Может не взрывать вертолет? Хотя, тогда мне эти спецназовцы расстреляют. Хотя, если я успею быстренько добежать до туда, то не успеют они. Это... Я сейчас просто прыгну туда и это... Надо, с двумя звездами это проще будет намного. Только мотоциклов с копами там много внизу. Так что не так уж и сильно это лучше будет для нас. Только тормози, мужик. Стой! Ох, а теперь ну нафиг, просто мотаем отсюда, в пустыню. Вроде бы колеса не продырявили. Повезло. Давай, 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 давай. От копов надо уйти. Пошли вы нафиг. Интересно, а там можно проехать? Путь сократить вот здесь. Идите нафиг, а. Блин, копов привели прямо сюда. И пофигу. Зиро, ты где? Я рассказал тут Беркли кое-что об этом деле. Си-Джей, успокойся. Тебе лучше отвези меня домой, Си-Джей. Да, мы прошли, короче, это дело, и мы какого-то фига заспаунились в одних трусах, я не знаю вообще как. Но это действительно так. И усы делись куда-то, я не знаю. Я не знаю, что это за баг такой случился, но я все это исправлю к следующей серии. Алло? Ты урод, падла, кусок вонючего говна! А, Сальваторе, очень рад вас слышать. Ты труп. Твоим друзьям конец, твоей семье конец. Я избавлюсь от тебя, от твоих детей, от всех твоих внуков. Слышал, да? О, рад был поговорить, но у меня есть деньги, которые надо потратить на какой-нибудь дорогущий хлам. Так что, пока. Ты труп. Труп, ясно тебе? Но угрозы в жизни своей он все-таки не воплотит. Ладно. Это была последняя серия третьего сезона. В следующей серии мы наконец-то будем возвращаться в Лос-Андос обратно. Домой. Ну а на сегодня все. С вас лайк, подписался. С меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримерский канал, спойдеру ВКонтакте и на блоговый канал. Подписывайтесь. И всем пока.